Я рада видеть тебя, Иерарх. Я надеялась, что когда мы встретимся вновь, ты объявишь возвращение Айра. Я тоже надеялся, но мы проиграли. Тогда нам грозит куда большая опасность. Шакурас не должна постигнуть та же участь. Слишком поздно. Зерги Амуна вырываются из врат волнами плоти и клинков. Они уже наводнили Телематрос и подбираются к святилищам Лизуси. Этот мир потерян. Масштабы заражения огромны. Шакурас придется уничтожить. Уничтожить? Я этого не допущу. Не допустишь? Шакурас был нашим домом задолго до того, как мы приютили ваш народ. Я не отдам Амуну эту планету. Пусть гибнут миры. Главное, чтобы мы выстояли. Потеряйте Шакурас и Айур. Мы изгнанники, Артанис. Истинным домом нашего народа всегда был Айур. Вернем же его вместе. Кому, как не дочери Раш-Шагал, решать судьбу этой планеты? Мы немедленно начнем приготовление. Иерарх, я запустил новую подсистему корабля. Ты можешь настроить ее в солнечном ядре. Доброго времени суток, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Дезертир, и мы продолжаем с вами прохождение Legacy of the Void. Седьмая часть на подходе, как говорится. Ну что ж, заранее говорю, что сегодня выйдет больше, чем одна часть, дабы в комментариях вы об этом не спамили. Ты, как ни один тамплиер, всегда верил, что наши народы смогут жить вместе. Это восхищало меня в тебе. Удивительно слышать от тебя. Мне казалось, ты как раз была против этого. Да, у нас с тобой было много разногласий в Сумеречном Совете. Ибо я день за днем видела, как мой народ теряет себя. Видела, как уходят наши великие традиции. Ты хотела их сохранить? Я не Разим, темный тамплиер. Я испытываю гордость за свой народ. Но ты также и Протос. Эта связь намного важнее. Конклав считал иначе во времена нашего изгнания. У вас был Айур, а у нас только наши обычаи. Ну вот такие дела. Ладно, давайте посмотрим, нет ли у нас здесь еще каких-нибудь интересных объектов. Например, поговорим еще раз с Артанисом. Айур потерян. А теперь и будущее Шакураса кажется безнадежным. Еще раз. Порча Амуна не затронула неразимов, потому что их не связывает Кхала. Логично. Ты, как ни один тамплиер, всегда верил, что наши народы... Так, понятно, она ничего нового не скажет, простите. Так, солнечное ядро. Ты что-нибудь узнал о ключе, фазовый кузнец? Только то, что моих знаний может быть недостаточно, чтобы раскрыть его секреты. Объясни, что это значит? Представь, что тираны получили в свои руки нашу производственную матрицу. Их ученые никогда бы не постигли ее устройство. Я оказался в похожей ситуации. Мы не в силах постичь всей мудрости Зелнага. Продолжай работу. Я верю в тебя, Каракс. Окей. Ключ — настоящий шедевр технической мысли. Зелнага достигли совершенства не только формы, но и содержания. Согласен. Ладно, посмотрим, что у нас здесь творится. Вроде бы очков нам хватает. И смотрите, что у нас здесь есть. Перегрузка позволяет Нексусу автоматически атаковать находящихся рядом вражеские войска, нанося им 20 единиц урона. Штука, честно говоря, очень полезная, но... Я думаю, она у нас будет использоваться по факту, да? А что у нас здесь есть? Копье автоматически добывает весь спин из ассимиляторов без помощи зондов. Пассивный. Это пассивка, ребят. Это офигенно. Давайте сделаем вот это. Мне она нужна. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Глядите-ка, добавились вот такие вот штучки у нас. Вот. Помимо самого ядра.
А это что будет? Звездные врата, заводы, робототехники можно улучшить, после чего для них открывается технология искривления на восстановление возможности вызова с помощью их искривления. Короче говоря, мы ускоряем работу производства наших юнитов всех, в принципе. Круто, мне нравится. Так, а темпоральное поле? Ну, тут я, в принципе, все знаю. Тут, в принципе, тоже. Здесь меня интересуют вот эти два пока что. Скорее всего, поставлю солнечное копье, но недостаточно сларита, о чем было сказано ранее. Поэтому вот такие дела. А перегрузка мне определенно не нужна. Ну, потому что у меня куча фотонок плюс юниты, поэтому обойдусь как-нибудь. А, да, у меня остался там нераспределенный сларит, но мне некуда его распределить. Поэтому поехали дальше. Все это время наши корабли находились буквально на расстоянии выстрела от их жалкого мирка. С тех пор многое изменилось, Хранитель. Вначале ты сдружился с этими тиранами, а теперь еще и с падшими. Это ересь. Думаю, ты и сам понимаешь. Теперь темные тамплиеры — наши союзники. Некогда протосы были раздроблены. Во времена эпохи раздора мы безрассудно убивали друг друга. И тогда был найден один единственный способ остановить безумие и сплотить наш род. Кхала. Темные отвергли свет Кхалы. Отвернулись от собственной расы. Как ты можешь сражаться за них? Ты поклялась хранить нашу историю, Рахана. Почему же ты отказываешься замечать ее поворот? Я вижу, что задело тебя, Иерарх. Прости меня. Мне не просто принять новую эпоху. Да, ей вообще не просто, на самом деле, учитывая, сколько лет она находилась в криостазисе и вдруг очнулась, так сказать. Ладно, посмотрим, что здесь есть еще. Посмотрим, какие юниты нам добавили. Теперь ты можешь использовать войска, обладающие маскировкой. Да, если быть точным, это дарки. Итак, у нас есть либо темный темплиер, либо мститель. Давайте посмотрим, будет отомщен. Что есть что. Мстители телепортируются в темное святилище при получении смертельного повреждения. Постоянная маскировка. То есть дарки, короче, будут при критическом повреждении телепортироваться к базе. Охренеть. То есть они дохнуть не будут. И если у меня там будет стоять восполнение щита, то они еще себе и щиты восполнят тут же. Слушайте, круто. Круто, 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 круто. И тамплиеры, конечно, это... Вау! А способность ярости не быстро поражает несколько целей, постоянная маскировка. Охренеть, это еще круче. Это еще круче. Это еще круче. Так, давайте пока посмотрим. И я обещал вам попробовать другие возможности наших юнитов. Мы возьмем здесь сталкеров. После телепортации в течение короткого времени восстанавливать щиты. И здесь мы возьмем... бессмертного, который восстанавливает себе тоже щиты. Вот, но скорее всего я в итоге изменю на то, что выбрал до этого, кроме бессмертного. Как оказалось, он не стреляет по воздуху. Ладно, я не буду далее отвлекать ваше внимание и просто... Докладывают спасательные суда. Все целые находятся под эскортом копья Адуна. Окей. Вот, и в общем просто перейду под следующее задание. Это решение далось мне нелегко. Но я лучше уничтожу Шакурос, чем увижу, как его заполняют зерги Амуна. Нам многое предстоит спланировать, Иерарх. Круто. Знаете, что меня немножечко пугает? Биосигнал зергов. 50 миллионов. Чуть-чуть. Просто самую малость. Ладно, поехали. Скажи мне, Варазун, как можно уничтожить Шакурос? Фазовая призма, ее можно перегрузить, вызвав выброс энергии в ядро планеты. Его силы хватит, чтобы уничтожить Шакурос. Амун не получит мой мир.
Я думал над твоим решением. Твое мнение изменилось? Нет. Вы вновь напомнили мне о храбрости своего народа. Мы примем бой. Да, мы понесем потери, как и Амун. Мы выманим через врата как можно больше зергов и гибридов Амуна. Как только их наберется достаточно, мы перегрузим матрицу и сбежим. И обескровим его. Для этого потребуется целая армия. Можем ли мы так рисковать? Оставь это мне. Я многому научился у темных тамплиеров. Наши войска заняли позиции вокруг храма Зелнага. Артанис, как идут твои приготовления? Я пытаюсь перенастроить храм, но без кристаллов Урадж и Кхалис на это понадобится время. Нам понадобится не только время. Потоки энергии храма регулируются тремя монолитами Зенита. Только уничтожив их, мы сможем вызвать перегрузку храма. До тех пор мы должны защищать храм от зергов и их повелителей-гибридов. Неразимы издавна использовали кайдариновые монолиты для защиты территории. Я вижу, твой фазовый кузнец уже изучил эту технологию. Да, матриарх. Эти монолиты обладают смертоносной мощью и могут поражать цели на большом расстоянии. Они хорошо послужат нам в обороне. Тогда начнем. Время пришло. Это просто замечательно, друзья мои. У нас появилось новое оружие. Кайдариновый монолит. Это просто круто. Чтобы покинуть планету, мы должны уничтожить монолиты Зенита как можно скорее. Если будем медлить, зергов вокруг храма станет слишком много. Да, как видите... Согласна. Если потребуется, мои темные тамплиеры смогут прокрасться мимо врагов и уничтожить монолиты. Окей. Зергов действительно становится все больше и больше и больше. Естественно, мы лучше не будем подходить ближе, но оборонять нам как минимум надо все это дело. В любом случае, как-то так. Ладно, и давайте построим газилки, как минимум две штучки, быстренько просто, чтобы добывалось, как видите, она 4 добывает. Замечательно. И все это будет круто. Так, давайте производство наладим наших... маленьких пробочек. Сразу ставим вторую базу, потому что нам она пригодится. С войсками чуть-чуть подождем. Можем единственное преобразовать в гейты. У нас есть 2 сталкера, 3 дарка. Зерги собираются напасть на нас с юго-запада. Готовьте клинки, воины. Я думаю, что пушки здесь справятся на данный момент, поэтому сильнее по этому поводу не переживаю. И давайте сделаем здесь батарею щитов, которая позволит нам восстанавливаться. И надо вернуть монолит. Точнее, не вернуть, а к нему сейчас будет сходить. Какие дела. Ладно, 100 с лишним уже миллионов зергов. Это не очень круто. Но тем не менее, как есть. Вот у нас база атакована. Сейчас у нас щиты полетели к фигам. Но мы их можем легко пополнить за счет батареи щитов, что просто замечательно. Ладненько, давайте посмотрим, что мы будем делать. Мы, естественно, будем добывать минералы. А на второй базе нам тоже надо сейчас их добывать. И просто пока что идем в развитие. Вот смотрите, отряд с каждым разом, я так понимаю, будет становиться больше и больше. Поэтому в идеале нам нужно что-то более крутое. И предполагаю, что есть возможность вторую батарею поставить. Да, они на нас уже вышли. Батарею надо как-то заставить зарядить. Так, отсюда на нас вообще будет мута лететь. Окей, сейчас мы с этим будем разбираться как-то. Так, здесь у нас потихоньку добывается. Надо, чтобы здесь тоже добывалось.
Давайте туда-туда по производству поставим. Ну, в принципе, нормально, ладно. Щиты хоть медленно, но восстанавливаются. Так, что нам нужно, это укрепить еще вот здесь вот оборону. Пока мы будем это делать таким образом, зачем тратить минералы? Ну, еще как видите, одна стая зергов движется на нас от улья на северо-запад. Как видите, я, к сожалению, ошибся с конкретной точкой. С конкретной точкой именно расположения. Что я должен так, давайте сделать? Сейчас мы их перережем, уничтожить монолиты. Во имя пустоты. До прибытия 1 миллиарда. Так, насколько я понимаю, здесь они меня не увидят. Давайте быстренько пробежим сюда, уничтожим монолит. Второй. Осторожнее с монолитами зенита. Если их повредить, нестабильная внутренняя энергия монолитов может вырваться наружу. Так, то есть в идеале надо повреждать их как-то... Оу. Интересно. А, вот в каком смысле. Жесть. То есть они фигарят наших юнитов. И все сильнее фигарят наших юнитов. Воу-воу-воу-воу. О, бежим, ребят. Минус один, окей. Замечательно. Так, давайте быстренько производим еще. Быстренько производим здесь еще. Отлично, и все, можем теперь более-менее нормально строить юнитов. Замечательно, давайте подстроим рядом еще пару гитов. Я здесь, среди теней. Так, нет, нам здесь нужен как минимум пилон. Простите, пожалуйста. Оу. Пустота. Как ты вообще сюда добрался, друж? Я бы порекомендовал вызвать больше фотонных пушек. Они помогут защитить наш Нексус от атак противника. Да я бы как бы тоже позволил бы себе такую наглость, но... Кабум. Ну, ибо нифиг, ибо нафиг. Ладненько, давайте здесь вызовем... Артанис, Новозелка. Наши наблюдатели докладывают. На Шакурас прибыло огромное количество зергов. И ни одного гибрида. Амун испытывает наше терпение. Ужас вообще. Ладно, пока здесь так. Здесь на нас движется немножечко лингов. Я думаю, что наш дружи справится легко со всем этим. Да, просто посмотрите, как он реально круто справляется. Но ладно, я чуть-чуть не досправился. Я не понимаю, почему, правда. А, идем к последнему. Идем к последнему. Здесь нас ждет мута. Давайте сделаем здесь опять-таки пару зелков. Одного в данном случае. И все-таки сделаем какую-никакую защиту фотонок. Так, фотонки у нас на... Что на C призывается? Зерги приближаются к храму с юго-восточной стороны. Так. Надо здесь тоже все оборонять по-бырому. Сюда, сюда. ББ сюда. И нужно, я думаю, поставить еще все-таки вот эту замечательную штуку. Враг познает нашу ярость. Не успеет подстроиться они, к сожалению. Одну фотонку отменяем, вторую тоже. К сожалению, она не успевает подстроиться, но я думаю, что наши юниты вполне справятся со всем, что там может быть. Так, а пока что все хорошо, более или менее. Ну, как-то так. Чуть-чуть кацанул, но чуть-чуть не считается. Ладно, давайте... Тамплиеры, готовьтесь к битве. Зерги собираются напасть на храм с двух сторон. Прям с двух сторон? Ну, здесь у меня более или менее нормально. А вот здесь у меня все не очень хорошо. Ну ладно. Надо было на самом деле стрелять, когда они были вот тут вот. Сейчас пушки, по идее, должны успеть достроиться. Поэтому... Все будет хорошо, но мы добежим сюда.
приобретем славу на поле боя. База атакована. Все монолиты Зенита уничтожены. Как только наберется достаточно зергов, мы сможем запустить перегрузку храма. Замечательно, монолиты. Ясно. Процесс перераспределения энергии стабилен. Осталось дождаться зергов. Монолиты, как оказалось, уничтожать... Территория храма все еще уязвима. Мы должны построить больше фотонных пушек и кайдариновых монолитов. Хорошо. Я думаю, главное оборонять вот эту заднюю часть. Здесь как-то больше всего народу. Давайте все-таки делать некоторые улучшения какие-нибудь. И что я хочу? Я хочу взять какую-нибудь одну пробку. Потому что пока я что-то развиваюсь немножко медленно, на мой взгляд. Ну как немножко, сильно медленно. И построить много-много полезностей. Так, на нас сейчас будет нападать снизу. На данный момент 380 миллионов здесь стоит у нас. И давайте построим еще тебя. Также, что нам здесь нужно? Дарков, пожалуйста, тоже, я думаю, можно построить. Хотя, нет, дарков мы навряд ли будем строить. Они нам особо не нужны. Имморталы тоже особо не могут не пригодиться, поэтому тоже как-нибудь пока без них. А вот такие вот полезные штученцы, как усиление, думаю, понадобится. Сюда, сюда, как-нибудь и сюда, например. Снизу все происходит просто замечательно. Плюс нам еще и восстанавливают щиты, что вообще сверх замечательно. Так, здесь щиты восстанавливаются, круто. Давайте мы сейчас сделаем гейты из всего этого. Замечательно. И будем улучшать щиты. Будем улучшать щиты. Здесь мы поставим... Простите. Еще раз, пожалуйста. Здесь мы поставим вот так и вот так. Гребаный перфекционист, как бы сказали многие. И можно подставить еще... Ну, в принципе, я считаю, что все более-менее замечательно. Как более или менее? Нормально, в общем-то. Здесь тоже все более-менее нормально. Замечательно. И давайте мы все-таки вставим сюда еще одну пушечку. Потому что я хотел ее сюда вставить. Теперь все будет хорошо. Так, что у нас здесь? Любопытно. К храму приближаются надзиратели. Я уже встречался с такой тактикой. Они собираются высадить наземные войска. Быстрее! Уничтожьте надзирателей! Угу, есть такая тема, действительно, они могут высаживать войска. Я думаю, что мы их уничтожим. Ну, кстати, успеем. Я даже смотреть туда, в принципе, особо не буду. Да, гадость. Смотрите, как надзиратели у меня сейчас будут умирать от всего того, что у меня здесь установлено. Ну, по крайней мере, они должны умирать. А даже если они умрут, у меня тут куча пушек, которые просто уничтожат всю эту мелочь. Как нефиг делать. Такие дела. Замечательно, не правда ли, друзья мои? Так, на меня идет атака отсюда. Ну и что ж, теперь мы можем наконец-то расслабиться и быть спокойными отчасти. А давайте поставим здесь пилон. Так, что я хотел сделать? Судя по показаниям сканеров, на Шакуросе находится почти 500 000 000 зергов. И все они движутся. Вы это просто оцените. Пусть наступают. Тамплиеры выстоят. А куда вы денетесь, друзья мои? Куда вы денетесь? Ну что ж, смотрим, как у нас здесь что происходит. Давайте ради фана сделаем вот так. Кабум. Классно, мне нравится. Дарков у нас теперь, кстати, видит. Как вы видите. Давайте перебьем это все дело. Ну, теперь дарков у нас не видит. Фазовый реактор. Да, поставим 41
течение 5 секунд. Замечательно. Это круто. А отсюда на нас, как я уже сказал, будет идти линги. В принципе, мы можем как бы спокойно пройтись на любую из баз, да, то есть там похарасить их, но... Я думаю, что особого в этом смысла нету. Впрочем, почему бы это не сделать? У нас огромное количество, просто огромнейшее количество всего и вся. Давайте мы посмотрим, сколько у нас здесь юнитов. Пустота. Отлично. Холодно. И наспавним еще энное количество зелков. Нужно построить да, больше как шпионами. Обшибся как-то чуть-чуть. Жизнь за это я еще полностью базы не развил. У нас, в принципе, тут совсем проблем никаких нет. Нужно построить больше пилонов. Замечательно. Нужно построить больше пилонов. Куда больше-то, чем сейчас имеется. Здесь, опять-таки, куча народу. Давайте, знаете, как сделаем? Нет, просто, допустим, ты иди сюда. И построй, пожалуйста, мне здесь пилончик. Давай впилим еще по пушке сюда и сюда. Воины, будьте наготове. Зерги атакуют храм с трех сторон одновременно. Сюда. Сюда. Потом еще сюда, допустим. Сюда, допустим. Окей, ну ладно. Окей. И сюда. А здесь не получится. Здесь и так, в принципе, защита довольно хорошая. Как знал, как знал. Подставил здесь зелков и всех остальных. Надо вниз еще тоже туда сбежаться. Так. Замечательно. Куда это ты сматываешься, а? И тебе. Гад. Так, что у нас здесь? Здесь у нас Квина, плюс это. Ну давайте пройдемся, просто мне интересно, что даст мне прогулку вот сюда, например. Давайте даже под варп сделаем. Враг познает нашу. Я здесь, среди теней. Хорошо. Я здесь. Нападаем, 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 ребята. Мне интересно, это как-то вообще работает? Или это так не работает, наоборот таки? Заманчиво. Я не буду служить тебе вечно. Так. Ради возмездия. Да, ну, короче, это работает, но тут будет постоянно прибавляться и прибавляться зергов, как бы, и на меня они постоянно будут выходить, 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 и, в общем-то, собственно говоря, это относительно бесполезно, на самом деле. Давайте отходим. Я не знаю, будет ли они разрушать мои пилоны, но окей. Так, что я хотел сделать? Вот смотрите, я поставил здесь везде наши пилоны, я хотел вставить в каждом из таких мест по пушечке. Взгляд владыки пал на ваш укрытый сумраком мир. Великие боги, никогда еще я не видел столь чудовищных созданий. Сосредоточьте огонь пушек на гибридах. Мы должны защитить. Новый вид гибридов. База атакована. Мираку. Ну, гад, он уничтожает именно эту пушку. Ладно, отменим ее. Пустота. Холодна. Пока, гибрид. Хорошо. Да, на бойце ты как-то слишком слабый. Даже обидно за тебя. Так, ну, собственно, у меня больше лимита, так что... Окей. Тебе. Больше лимита, ради значит, больше юнитов могу подстроить. Будь так, давай иди, пожалуйста, вот сюда. И все-таки дострой мне вот эту замечательную пушечку вот здесь. После ее достройки мы сможем нормально уже более-менее работать. А здесь у нас, давайте пофигарим в наглую. Минус линги. Немножко покоцали
наших здоровячков и надеюсь, что все будет хорошо. Что ты? В зависимости от количества народу, я думаю, что все будет у нас хорошо, в принципе. Единственное, зонды убили, вот обидно. А так, в принципе, нормально. А так. Подстрой, пожалуйста, пушечки заново. Замечательно. И давайте мы с вами все-таки возьмем, подстроим, не знаю, огромное количество зелков, потому что зелки, они все-таки нам нужны. Как-никак, это наша боевая единица ближнего боя, которая, кстати, довольно неплохо справляется со своими задачами. И, в принципе, я не знаю, честно, здесь особо нечего уже больше делать, потому что у меня все развито на максимум. Иерарх, я никогда не видела столько зергов. Неужели моей матери когда-то пришлось столкнуться с такой угрозой? Нет, матриарх. То, с чем имеем дело мы, гораздо ужаснее. Нам потребуются все силы, чтобы выстоять. Ну, как-то так, да. Вот здесь вот, как вы видите, мы можем встретить гибридов в больших количествах. Но против такого количества юнитов они просто ни о чем. Особенно если учитывать переблинг сталкеров, когда они просто дико нагибают кого угодно. Вот сзади у нас приход идет. Но его разобьют раньше, чем учителите. Как, собственно, и здесь это произошло. Ради возмездия. Хрен вам. А здесь у нас тоже летят юниты. А дальше собираются у нас теперь сзади два черных гибрида. Окей, давайте сейчас наверх отведем армию. Мы крадущиеся тени. Поглядим, что у нас подстраивается вот здесь. Не. Прям сквиной идете? Серьезно? Окей. А, я думал, что только с этой стороны будет. Ну, окей, 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 окей. Очень разумно. Переблинг такой веселый. Минус один гибрид, минус второй гибрид. Отлично, идем вниз тут же. Кто у нас здесь сверху? Сверху. Нас надо вот эту гадость убивать. Отлично. Минус еще вот эта гадость. Совсем наглая. Ну и здесь, в принципе, ее тоже добьют. Великолепно. Так, давайте больше сталкеров. Еще больше сталкеров. Чем больше сталкеров, тем веселее нам жить. Я здесь, среди теней. Я здесь. С двух баз здесь все добывается просто замечательно. Я, в принципе, даже думаю, что имморталы нам как таковые особо не нужны. У меня где-то стоят две пробки. И где-то стоят две пробки, значит, я одну могу отменить. И, пожалуйста, отойди мне вот сюда вот. Спасибо. И вторая пробка, ты мне будешь подстраивать защитные. Восстановители щитов. Мне пригодились, если честно. Так, на всякий случай. Я думаю, надо отойти, чтобы пробки не мешать. База атакована. А где она, кстати говоря? Вот она. А что у нас здесь происходит? Ничего, собственно, особого. Видимо, просто долетают иногда. И здесь, вот, кстати, у нас так и не построилось, видимо. Надо достроить. Надо достроить. Вот здесь я как бы стою сам по себе армией, поэтому здесь все будет тоже хорошо. Так, и как-то проходи, пожалуйста. Вообще, надо было ее на минералы послать, она бы спокойно прошла сюда. Окей, давайте сделаем вот так. Откуда у нас идет армия побольше? Здесь гибрид, здесь тоже. База атакована. Если переблинкнемся прям. Убьем гибрида. Пойдем вниз сразу. Опять блинканемся сюда. Ну, окей. Тоже вариант. Идем дальше. Воины, ждать осталось недолго. Храм перенаправляет энергетический поток. Скоро все будет кончено. Агасите. Иерарх, под храмом Зелнага я обнаружил хранилище Соларита. Я смогу извлечь его, если только нам удастся продержаться еще немного. Приступай, Каракс.
Мы будем удерживать храм, сколько сможем. Ну, грубо говоря, нам нужно продержаться после наступления миллиона, но там будет жесть, типа того, и в общем-то... Наш пилон атакован, ну, здесь уже не так сильно сложно. На наши зомби а может и сильно сложно, хрен его знает. А, давайте поглядим. Замечательно. Давайте, мои друзья, втесывайтесь. База атакована. Как они его раздолбали просто вообще в ничто. Я, конечно, понимаю, что это делать не очень разумно, вперед ставить сталкеров, но... Блин, как бы без особых вариантов, на самом деле. Так, ну здесь пока все хорошо. У меня самая слабая точка все-таки сверху идет. Самая слабая точка все-таки там. Здесь у нас опять летят оверы на нас. Вот здесь вот самая слабая точка, потому что здесь, конечно, куча фотонок, но здесь нет как таковой никакой защиты. Плюс у нас всего один пилон. Надо поставить еще один, чтобы все это дело работало, в случае чего. Ну, я думаю, мы продержимся, наверное. Должны, по крайней мере. Так, надо, знаете, восстановить наши пушечки. Все-таки. Так или иначе. Я думаю, что если мне не получается восстановить их где-то тут, значит, нужно их восстанавливать где-то в других местах. Разместите строение в энергетическом. А я чем, по-твоему, занимаюсь? Враг познает нашу ярость. База атакована. Так, давайте отходим сюда. Здесь база вроде все нормально. Здесь вроде тоже. У нас куча армий. А глянем, куда мы можем пустить наши. В принципе, никуда не можем. Тут ничего такого сильно нету. Замечательно. Все замечательно. Кайдайнинский монолит просто офигенен, я бы сказал, ребята. Что ты предложишь? Давайте переблинк. Уничтожение гибридов. А то они уничтожают наши пушки. Мне это не очень нравится. Мимимишный гибрид. Здесь уже плетки, я смотрю, подходят к нам потихонечку. Нагло, нагло, нагло. Здесь все нормально. Здесь не очень нормально, окей. Мы возвращаемся, пожалуйста, назад. Она атакует их, да? Замечательно. Храм переполнен энергией. Все готово. Я все еще занят транспортировкой соларита. Продержитесь Лукашки. Еще немного. Вот, ну мы, в принципе, готовы к переходу, так сказать, но пока еще чуть-чуть не готовы. Как бы то ни было. Так, давай ты мне построишь, пожалуйста, больше пушек. База атакована. Враг познает нашу ярость. База атакована. У нас прям таки говорит, продержитесь эти хотя бы чуть-чуть, хотя бы еще чуть-чуть, а потом еще чуть-чуть. На нас сзади довольно сильно все-таки наступает. Надо как-то с этим делом расправляться. Я думаю, мы сделаем это. Здесь что? Окей, нет, здесь нормально. Ну, совсем офигевшие, они, короче, хотят уже там ставить все это дело. Пока нормально. Пока нормально. База атакована. Пока все хорошо. Так. Знаете, я подумаю, что надо было все-таки проходить на ветеране. Уж слишком боец какой-то легкий. Совсем уж слишком. Я просто думал, ну как бы, что я буду косячить и все такое. Нет, я, конечно, все понимаю, но что-то как-то... Боец совсем легкий. Окей. Орбитальный ассимилятор, просто замечательно. Мне интересно, что еще за скиллы будут у Капки Адуна. Очень интересно, если честно. Давайте вот сейчас мы... База атакована. На наши зомби где-то на зомби даже нападает, фига себе. Так, здесь, в принципе, справились как раз-таки.
Я думал, там не справится. Оказывается, видите, все наоборот. Так, переходим вот сюда. Здесь, скорее всего, выйдут опять эти гады. Сейчас глянем. Нет, пока они не выходят. База атакована. В принципе, там справится. Ладно, оставляем мобильный отряд на центре. Хотя он немножечко ни хрена не мобильный, но окей. А, переблинкиваемся сюда. Убиваем всю эту гадость. База атакована. Замечательно. Наверху здесь тоже все хорошо. У меня куча всего. Я, кстати, понял, где у меня пробки атаковали на самом деле. Так, давайте посмотрим. У меня должна быть где-то одна пробка. База атакована. Давайте мы ее переведем сюда. Поставим здесь еще парочку таких строений. Сюда, например. Сюда, например. И сюда, например. Ах ты, падла. Вот я только собирался здесь поставить, и она здесь, короче, вставила свою гадость. Ладно. Что же, друзья мои, что же я могу вам предоставить, кроме как смерть? Давайте побольше всего понаставим здесь. База атакована. Здесь как еще, кстати, жива пушечка. Приятно. Попробовать вот сюда разместить, например. Я просто, не знаю, мне минерал одевать просто элементарно некуда уже. База атакована. Просто элементарно некуда девать минералы, серьезно. Это такое количество жестокое минералов, что просто жестоко. Гибриды, тем не менее, уничтожили все-таки одну из пушек. Не очень круто, но окей. На наши зомби напали. База атакована. Тут надо. Сейчас тут весело, кстати. Наконец-то стало интересно. База атакована. Готово. Соларит успешно перенесен на борт. Замечательно. Взрыв, ребята. Приступайте к пространственному перемещению. Уходите оттуда. Быстро. Черви Нидус. Серги пытаются пробраться в храм. Не теряй веры, матриарх. Души твоих павших воинов взывают к отмщению. И оно свершится.
сердца наших воинов связывает честь традиций. Мы ведем бой во имя многих. Герои, что поколение за поколением принимают мантию темного тамплиера. Близзарды, как всегда, просто эпичнейшие, ребята. Блин, вот, кстати, продержитесь, пока наша Курас не прибудет с 1,8 миллиарда зергов в задании ни шагу назад. Блин, чуть-чуть не допродержался. Обидно, придется перепроходить миссию. Ну ладно, миссия все равно хорошая. Ребята, в общем, всем спасибо за просмотр, всем пока и удачи.